Кэтбой и крошка Ниндзя Лино. Ну же, ребята, я хочу сегодня первым войти в класс. А? Эй, что это с моей партой? Ее кто-то перевернул. Я помогу вам все прибрать. Эй, вы всегда получаете хорошие оценки. Помогите с домашней работой. Не сейчас, Кэмерон. Мы убираем этот беспорядок. Подойдите, я помогу. Ладно. Насчет домашки. Вы же умные. Вы бы мне очень помогли. Кэмерон, стой. Ты делаешь только хуже. Ой, прости. Я только пытался... Конор, посмотри-ка на это. Ладно, прости, Кэмерон. Но я занят и не могу тебе помочь. Конор, думаю, мы должны помочь Кэмерону. Это намного важнее, Амайя. Смотри, крошечные следы. Здесь творится что-то странное, нужно во всем разобраться. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои, это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Амайя превращается... Грег превращается... в Гекко! Да! А Конор... в Кэтбоя! Герои в масках! Это следы Ниндзя Лино, только маленькие. Значит, у него маленькие ноги. Но все же это Ниндзя Лино, а значит, он опасен. Да. То, что ты маленький, не значит, что ты обязательно слабый. Посмотрите на меня. Если это Ниндзя Лино, то поблизости должен быть ночной ниндзя. Ну, не знаю, Кэтбой. А может... Маленький Ниндзя Лино. Да, он совсем крошечный. И он такой милый. Он не милый. Он Ниндзя Лино. Он выглядит очень напуганным. Все хорошо, не бойся. Как думаете, что он сказал? Я не знаю, может, ему нужна помощь? Если он в беде, мы должны помочь. Нет, его прислал ночной ниндзя. Забыли, что случилось с моей школьной партой? Похоже, он потерялся. Может, его забыли в школе, и теперь он не знает, куда идти. Ну и почему ты здесь? Ты правда потерялся? Он тебя не понимает, Кэтбой. Или он хочет обмануть меня? Нет смысла разговаривать с ним. Мы должны прогнать его. А? О, Кэтбой, ты ему понравился. Нет, кыш, кыш. Ну все, тебе пора уходить. Хватит, мы не играем в салки. Серьезно? Попался! Кэтбой, мне кажется, он просто хочет поиграть. Да, будь он плохим, разве он стал бы играть? Играть? Смотрите, какой тут беспорядок! Просто катастрофа! Но ты тоже участвовал в этом погроме? Нет. Вот и все! Уходи! Кэтбой, он напуган! Ты не должен его прогонять! Нет, должен! Здесь Ниндзя Лино, а значит, ночной ниндзя что-то замышляет! Мы должны его срочно разыскать! Все в совиный планер! Ниндзя. Сови
звериное суперзрение! Я ничего не вижу. Ну а ты, Кэтбой? И я тоже ничего не вижу. А? Он полетел с нами! Ты не должен здесь быть! Кэтбой, я думаю, он хочет нам помочь. Нет, мы должны его прогнать, иначе будут неприятности. Что ж, для начала нужно приземлиться. И еще его нужно пристегнуть. Гекко, пусть он посидит у тебя на коленях. Я прослежу, чтобы он больше не доставлял нам хлопот. О, нет! Лучше передай его мне, Гекко! Ну вот опять! Ха! Попался! Убедились? Теперь понимаете, из-за него мы разбились. Как бы не так. Кэтбой, мы разбились из-за тебя. Уходи! Кэтбой, ему нужна помощь. Он уничтожил штаб и разбил планер. Зачем ему помогать? Проваливай. Так-так. Начните! Какая встреча, герои в масках. Вижу, вы нашли моего маленького... Ха! Шпиона. Шпиона? Ха! Я же говорил, что крошка Ниндзелина принесет нам неприятности. Так, дружок, а теперь расскажи мне все про штаб героев в масках. Чтобы я его захватил! Что значит, ты не хочешь быть шпионом? Тебе нравятся герои в масках? Они милые? Ты не можешь с ними дружить, глупый маленький Ниндзялино! Они герои в масках! Ты должен был шпионить за ними! Ты что делаешь? Ты не можешь прятаться за мной! Кэтбой, он не шпионил за нами! Он хотел с нами подружиться, а сейчас ему нужна помощь! А если он начнет шпионить за нами, мы не можем и не должны помогать Ниндзялино! А? Куда он делся? Кошачий суперпрыжок! Ай-я! Слепучки! Гекко, Олет, я прилип! Ха! Тебе не избавиться от этих липучек! Ночной ниндзя, немедленно освободи его! Ниндзялино, вперед! Если мой шпион не хочет помочь мне проникнуть в вашу штаб-квартиру, придется делать все по старинке. Держите их, Ниндзялино! Что же теперь делать? Ночной ниндзя использует наш штаб против нас! А? Ты мне помогаешь? Спасибо, крошка Ниндзялино! Я очень благодарен тебе за помощь! Мы должны всегда помогать тем, кто в беде! Прости! Настало время героев! Так, если хотите, чтобы я вас освободил, быстро рассказывайте, как попасть в ваш штаб! Никогда! А? Что? Ты освободился? Именно так, ночной ниндзя! Ты никогда не захватишь наш штаб! Я, Кэтбой, остановлю тебя! А-а-а! Так это ты освободил этого гадкого котенка, верно? Кошачий суперпрыжок! Ты водишь! О, глупый Ниндзялино! Я сам остановлю этих героев-вредителей! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Осторожно! О, прекрати помогать ему, маленький Ниндзялино! Ха! Ха-ха! Кошачья суперскорость! Вот так! О, так нечестно! Вы, герои в масках, вечно рушите мои планы! Кэтбой, что ты делаешь? Помогаю! Герои помогают всем, даже ночному ниндзя! О, да, полагаю, ты прав, крошка Ниндзялино. Я должен вас поблагодарить. Идем, Ниндзялино. Полагаю, это значит пока.
А? Зачем ты это сделал? Думаю, он хочет поиграть. Он отлично играет в салки. Салки? О, думаешь, я не смогу тебя поймать? Я лучше всех играю в салки. Ха-ха! Попался! Ты водишь! Это отвлечет ночного ниндзя и ниндзя Лина на какое-то время. Герои в масках! Вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Ребята, спасибо, что помогли мне с домашкой. Нет проблем, Кэмерон. Мы всегда рады помочь. Верно? Да, конечно. Это точно. Здорово. А сможете помочь еще кое с чем? С чем же? Поиграть в салки. Водишь? Водишь? Ох, не достал. В таком случае попробуйте убежать.